После хорошей тренировки. А я надеюсь, мы не на этот пойдем, не на трамвай. Снова привет. Мы идем тренить. Тебя как звать? Сам пошел нахуй! Сам, говорю, пошел нахуй! Могу перепрыгнуть, но на нее все равно не могу встать. То есть я могу как будто вот так вот приземлиться. Леша, иди туда Дамы и господа, сейчас 6 мая, сегодня мы поехали отстраивать заново новую площадку и немножечко поработать на даче. Всем привет, дорогие друзья! Я передаю категорически, классический привет всем дорогим друзьям. В данный момент мы находимся на дереве. Ну, как у тебя там дела? Все нормально, все в порядке, или мы все на зарядке. Держишь? Ну так, короче, вот эти люди жарят шашлык на углях. Или на углях. На углях, на углях. На углях. Вот здесь собака привязана. Собака, привет. Передай привет. Может быть, нос у тебя большой такой стал. Вот. Этот плачет на техно. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты за мной. Так, а вот здесь вот варят. Варят варенье железное такое. Это наш главный сварщик. Идеально, просто идеально ровно. Какое это... небо голубое. О, это Джейсон Стэтхэм. Не, не плеваю. Да, красавчик. Молодец. А я ждал, когда оно здесь выйдет, а оно не вышло. Угу.
А вышло так, что не вышло. Оно там осталось? Да. Блять, 220 рублей просто раз. Он что, говорит, хрен его вытащит. А, вышел, все, да. На. Сверли. Бля. Можешь склеить его? А вы говорите, кстати, можно. Аргоновый сварь. Дурак его так провернул, что он загнулся, короче, и сломался на три части. И тут еще была хуйня такая. Смотришь, он вот так вот был. Вот так вот. Окей. Вот это вообще... Вернул, смотри, что. Привет, с вами Паркур Казани. Мы собрались на восстание. Я смотрю, ваши приколюхи вот эти. Мы сейчас будем тренить манкос. А замороженный лед какой-нибудь есть у вас? Вкусненький. Че, ты будешь выкладывать этот видос? Нет, блядь, после вчерашнего. Вчера видос выложил, никто не лайкнул. Потому что говно видео, мне не понравилось.